Родники, спасибо тебе за субскрупные бустеры. Да, спасибо. Генсуха, был секс в машине? Нет. Пиноккио, ёпта! Шнобель вытянулся, бля. Че пиздишь? Сразу видно по глазам. Не было, честно говорю. Понятно было, пиздит. Честно! А на велосипеде, да? Или на самокате? Был в лагере, но не было... Ну, там в лагере для старших. Там, где волонтеры, там все дела. Короче, Сереги еще не было, да? Ну, до этого. И всем доброго времени суток. Хочу предоставить вам канал Крамчел. У него проводятся стримы, делает разные видосы, выкладывает прохождение разных игр. Советую вам этого паренька. И, кстати, он на 1000 подписчиков сделает вам небольшой конкурс. Все подробности у него на канале. Серег. Не, машине нет. Блин, ну я готов вас хуярить вопросами. Да давай уже хуярить. Если вы не против, бы. Каравай. Только не жену, то прям не хуйню только. Не, ну у меня, если я быстро придумаю, то извини, хуйня будет получаться полная. В трусы ссал? Блять, Слава! Что? Блять, ну было, наверное. Ну да, наверное. Не осознанно, я так понимаю. Ну типа... Я вам это понимаю! Знаешь, типа, ну в детстве не считается, в детстве, естественно, что все писались. Ну смотри, получается, в трусы ссал, если ты даже где-то купаешься в трусах? Не-не, ну как бы ты это рассматриваешь... Ты ссышь там, где купаешься? Да, я и сру. А я думаю, что бассейн желтый был у нас на третий день. Я вам больше скажу, ребят, я и сру, у меня... Как ты ссал в бассейн? Ты ссал, реально? Я думал, кто апельсиновый сок разлил в бассейн? А, так это карабуля, значит? Не, а посла... Не, я один раз в бассейн купался, и то охуел, блядь. Так вот тогда да. И как раз и стала вода. Да, да, Диман, блядь. Я всегда с рубля в басике, нахуй, балдеж. Жесткая подливка, бля, как будто осьминог улетает. Понял. Строго. А. За дрочкой хоть тот тебя застукивал? Нет. Пиздеж, блядь. Не, серьезно. Понятно. Пиздеж, блядь. Брат не застукивал? Бля, иди в пизду, нет, ведь сказал. Да ладно, вообще, блядь. Цифербатом какой-то. Ой, блядь, все, эти шутки. Гузлик, к тебе вопрос. Дрочил хоть раз на Дину? Нет. Нет. Аж закашлялся весь от пиздежа, блядь. Пиздеж горле застрял, ёпта. Каравай. Иди нахуй. Каравай. Что? Дрочил хоть раз на Аринян? Я не слышу вопрос, плохо слышу. Дрочил хоть раз на Аринян! Я могу повторить. Да, я не слышу. Ребят, повторите его кто-нибудь. Человек меня игнорирует, блядь. На Аринян дрочил? Бля, хуёво слышно, у меня что-то с наушниками. Говори честно, бля. Ну, брат, она уже сама поняла, просто скажи и всё. Да, просто скажи, да. Это нормально. Кровать, это нормально сказать. Окей, ну было окей. Сука, Арина, а ты на кровати дрочила? Нет. Это бред, мне кажется. Арина, тебе вопрос. Просто эгоизм. Дрочила она строго? Тебе обязательно нужно подрочить на кровати теперь. Арина, тебе вопрос. Дрочила на Гузлика? Честно, все вопросы. Арин, тебе вопрос. Дрочила на Тюльханчика, блядь? Да. Тюльханчик. Дрочил хоть раз на Генсуху? Нет. А на Аринян? Викантик, зачем хоть раз на кровать? Ой, пиздеж. Не, серьезно. Ну, блядь, ну что? Я бы ответил честно. Ну, хотя да. А почему ты меня про Генсуху не спросил? Аринян, дрочил хоть раз на Генсуху? Да. Пиздит. Мне кажется, она пиздит. А ты Генсуха? Я не дрочу. Она не дрочит. А что ты не дрочишь? Тебе не нравится, типа? Она не умеет, может, научить надо. Дима, подъедь в гости, бля, ручкой там побалуйся, бля. Что, реально, меня так бесит. Все что? Да её бесит то, что я не дрочу. Аринян, хоть раз в общественном транспорте место не уступало старым людям? Осознанно. Типа, бля, ну, посидеть хочется. Это мой вопрос. Да? И что? Да, очень похуй. Ну, смотря каким, знаешь, если такая прям охуевшая стоит женщина... не совсем старая, но она как бы сверлит тебя взглядом, то, наверное, нет. А если бабушка реально, то всегда уступаю. Вот. У меня такой вопрос. Все списывали в школе?
Блять, тут такие вопросы, блять, дрочил, жрал сперму, блять. Все списывали в школе, блять. Не, насчет спермы слов я не делал. Может, у кого-то там принципы жизненные, не знаю, там. Ну, Диман, он не списывал по-любому, умный нахуй. Я вообще постоянно списывал. Понятно, почему он такой. Тупой, блядь, да? Пошел нахуй, шкаляр. Катик, да выебывается. Что я сделал-то, блядь? Диман, вопрос тебе. Было такое, что когда лизал пизду, жопой воняло? Ничего, я бы сразу перестал бы, наверное. Нет, не было, слава богу. Мне нравится, что Славины вопросы в обратку могут задаваться. Слава, у тебя было такое? Не, жопой не. Ой, так. А чем ты хуёвым? А чем ты хуёвым? Ну, блядь, смотря чем, блядь. Арина, а ты дрочила во фрихаусе? Нет, ты чё? Я ж там не спала. А у Паши? Ну, может быть, я на суете где-то. Наташ, ну я спала у тебя, но у тебя я тоже не дрочила, не переживай. Арина, дрочила кому-то на фрихаусе? Ой, кроватик, ты засмущался, смотри. Ну, я просто поржал. Кроватик покраснел, хуй-то все помнит, хуй-то все помнит, блядь. Арина, целовалась ты с кем-нибудь на фрихаусе? В засос? Да хватит! Ну, ж вопрос. Ну да. Опа! Опа, блядь. Вадя, ну ты пипец, конечно. Да, хорош Генцов. Ну, в смысле, она была актуальная. Сейчас... Арин, нюхала свои трусы у жопы? Ну чё меня-то сразу, хули вы меня топите? Я не понимаю. У жопы нюхала трусы? Чё жопа нюхала трусы? Что? У жопы, где, знаешь, разъём для жопы. Ну, блядь, на трусах там, ёпта, ну поджопник. Просто нюхала трусы, ну не знаю, где я нюхала. А кайфовала от этого? От запаха? Да... Нет. Ну да, да, ну скажи да. Не от жопы, а просто вот от трусов. Я нюхала трусы и такая типа, ну пахнет нормально и такая и все. Ну нормально, в смысле пиздятинка, да? Или ну имеется в виду, что я же жопу мою, когда сру, после того, как поставлю. Ой, да что за пиздёж, блядь? Что вы здесь? Поднимите руку, кто моет жопу сразу после того, как посрёт. Постоянно. Ну как так-то, блядь? Ты у меня, блядь, жопу мыл в гостях или чё нахуй? Я почти никогда не мою, блядь, нахуя? Я не знаю. Я имею в виду, ну типа вытер, блядь, все, пошел гулять. Ну сраку прочистил, блядь, этой бумажкой и все. Ну такое. Ну как так, блядь? Какое воспитание, блядь, у меня чел нахуй в душ идет, после того посрет меня в гостях или что, блядь? Это гигиена. Люди должны типа поспать. Не, ну бывают случаи, когда нет, но в целом, ну дома точно. Смотри, пошел в ресторан, пошел посрать, блядь. Ты что, в раковине будешь сраку мыть, блядь? Нет, я с ним хрен в ресторане нет. Ну вот, блядь, ну я и так не мою, ну зачем? Вот я сейчас сижу, стримлю, захотелось посрать, личинку высрать, блядь. Че, я пойду потом жопу мыть? Потому что тайминг, у тебя есть тайминг, ну грубо говоря, если у тебя нет стрима, ты идешь посрал и вот вообще. Не буду мыть жопу вечером, помой с души. Да, такая же хуйня, нахуя вообще делать это? Хуй знает, а не грязно будет, нет? Ну как, ну я ж, блядь, куски дерьма в сраке не оставляю, блядь. Чё, сейчас... Всё, Диман, просто... У Димана просто такие эти, блядь, баребухи остаются. Ну не надо, ну не так же, блядь, ну часто, блядь. Ну как? Ну блин, у вас же у парней даже жопа волосатая, там же остаётся как-никак. Баребухи сорвал в душе и всё, ёпта. Сорвал. Блядь. Кошмар. Чё кошмар-то, блядь? Чё ты пиздишь, блядь? Чё за хуйня? Блядь, не знаю, обычное явление, блядь. Нет, ну это факт же, блядь. Ну у нас же не волосатая жопа, как для нас, может быть. Ой, Натах, у тебя жопа пиздец, блядь, как волосы, блядь, Киркорова, нахуй. Я не знаю, лохматые, блядь. Кого? Ну там много волос у тебя. Ну ты ж видел, нету ничего там. У тебя прям на дырочке пиздец можно, блядь, прически барбершоп ходить, блядь. Не, у тебя там пиздец, у тебя там реально заросли, как будто джунгли, блядь. Макаки там, блядь, новая жизнь начинается. Ну, бля, ладно. Ладно, давайте я задам вам вопрос, от которого вы наверняка, ну, может быть, не охуеете, но удивитесь. Ну ты скажи кому. Какой серьезный подход у тебя. А, всем давай. Вот кто вытирает жопу как? Вот, посрал? Снизу вверх. Сзади, со спины. Не, ну ты привстаешь? Ты привстаешь или ну вот так, приподнимаюсь просто. Конечно, да. Блядь, если привстаешь, все с булками слипнется нахуй. То есть никто из вас стоит вытирать жопу? Нет, ты чё, стой, я... Стой, это как? Стой, блядь. На руках ещё скажи, блядь. Приставай.
Ну, привставаю. Как Мифу, знаешь, фотку делал вот эту, даешь позу и просто бумажкой. Ну, привставаю, ничего не устраивает фото. Спасибо, Асад. Я привставаю, но я не стою. Ну, я тоже привставаю, типа, я не стою тоже. Да. А вообще можно и не вытирать. Дорги, спасибо. Да, просто Диман нахуй. В душ идешь и все сразу. А, Диман, Диман, к тебе вопрос. А, ну вон в чате спамит, что стоя. Диман, к тебе вопрос. Хоть раз кайфовал от запаха своей залупы? Ну, кайфовать точно. Ну, знаешь, вот такая, типа, я сейчас имею в виду, знаешь, вот ты лежишь под одеялом, да? Ты пернул, заполз, ебать. И такой... Ты же сказал залупой. Ну, не важно. Ну, это не назвать кайфовать, не, ну так не, было. Не, ну просто, типа, бля, знаешь, ты типа, ну, ты, да, ну, ты, да, занюхнул, да, залупки, такой, типа, бля, ебать, я мерзкий, уёбок, бля. Нет, вот залупку нет, наверное, вот залупку вряд ли. Ебать, я мерзкий, уёбок, да. Ну, типа, такого плана, знаешь, типа, то есть, грубо говоря. По крайней мере, я не припоминаю таких случаев, чтобы я прям кайфовал. Бля, как это работает, типа? Ну, потому что, да, ну, вот кайфовать нет. Строго, тебе вопрос. Спасибо за 500 большое. Все приду одну секунду, ребята. Если с доната, то нет. Да, с доната. То есть не дрочил ни разу на Арину? Нет. А что ты пиздишь-то? Серьезно? Как? А на поел. На фотке вообще как-то знаешь, что такое, мне кажется. Арин, ждем видео, бля. Бля, мне очень нравится, как все отмазываются на фотке, а фантазировать. Да, 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 да. Фантазии решают. Не, я тоже фантазирую. Я просто вообще вот на фотке так. Я вообще могу ни на что не смотреть. Вообще не могу ни на что. Я тоже, я вообще могу. Я так не могу. Я порну прошу. Не-не-не, я вообще могу ни на что не смотреть. Вообще прям реально. Просто лежишь. Ты можешь без рук подрочить? Нет. Ну ты что, просто подрочить или кончить? Ну кончить без рук. Нет. Фантазии только. Хуя ты, блядь, циркач, блядь. Кончить без рук фантазии, блядь. Ебать, я бы тогда постоянно из пениса стрелял бы спермоты, блядь. Че, ебнулся даже. Не-не-не. Чел в чате пишет, могу. Кровай. Че было, че было? Хоть раз сперму на вкус пробовал? Свою нет. Ну вообще никак. Я создано чувство, создано чувство. Свою нет, говорит. Свою нет. А ты, Слава? Нет, 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 нет. Я осознанно чужую. Блядь, не потянул нахуй. Не-не-не. В принципе, ты можешь свою попробовать. Такой же вопрос адресовываю Гузлику. Ну, пробовать нет, наверное, типа там вот подносил, нюхал, но пробовать нет, не пробовал. Чем ну, чисто интересно было, но... Ну, на губу не пробовал что-то? Не-не-не. Понял. Точно нет. Один ты, Слава, пробовал, походу. Я не пробовал, я ничего не говорю. Слава, у меня... Да, я не пробовал, у меня было такое, что я себе на лицо кончал. Ну, я случайно. Слав, сплёвывал потом? В рот не попало. На лоб, на глаза, блин. Слава. Ну, один раз в жизни было, выстрелил слишком сильно, блядь. Кстати, скорость у спермы очень сильная, очень мощная. Реально, у него там что-то 80 км в час. Сознание можно, если подбородок попасть, вроде вырубится. Там такая дача, бля. Там немного. Яйца болтаются, бля, как иначе. Прикинь, вырубился. Мать заходит в комнату, лежишь такой весь. Я первый вырубился. У меня у кента такая хуйня была, он рассказывал. Ну только у него слышал. Ты рассказывал. Да, то, что он типа подрочил, короче, и типа брызнул на попок и уснул, короче. Типа у него порнушка была выключена, бля. А потом утром просыпается, у него типа телек выключен, типа вот с порнушкой с РЕН-ТВ. Я одеял уже. И трусы подняты, типа. Прикинь. А дома была только мама. Какая хуйня, блядь, была. Ебать контент, пацаны, вообще. Аринян. Да, блядь. Был такое... Давай, Лангузель, ты. У тебя был когда-нибудь секс в армии? Гузлик просто возбуждается. Долбая, блядь. Нет, не было. Нормально. Арин, к тебе вопрос. Да вы заебали, нет, всё. А что Наташа вообще в ФК сидит? Называйте Наташу, блядь. Наташа. Да. Так, ты замучена? Я кринжу игры просто. Реально? Слава, давай Наташу задавай. Бля, мне вообще такие вопросы вот вообще ну, типа, в краски не вгоняют. Мне вообще похуй. Да не, вот когда подробности, типа, похуй. Когда так вот поверхностно, типа, похуй. А когда реально? Вот, подробности, да. Не, типа, мне вообще прям столько похуй, я не знаю. Мне тоже похуй. Ну ты же контролишь подробности. Ну, не, она не про свои, походу. А про вот да как мы сидим. Да не про свои, про вообще, да, типа.
Ну давайте что-нибудь мне знать. Давай, Янсук, ты предпочтешь быть атакованным медведем или роем пчел? Медведем. Медведем, да, медведем. А что за вопрос? Я бы... Правно решил не спрашивать или что? Или приличие? Ты чё, блядь? Я бы пчёлу... В смысле, пчёлу бы покусали, так, а медведь... А медведь ты, ёпта, блядь! Ты чё, блядь, погладить, что ли? Пиздила, алё, я бы убежала... Ты чё? От кого ты убежала, блядь? Ты знаешь, какие медведи, блядь? Я бы попасть ему дала, блядь, бутылку бы ему между рта, блин, поставил, между морды. Глаз бы ему дала, чтобы ты понимала, медведь лапой может как бы голову просто оторвать. Да. Вот этим. А он не такой, что ли? Ты понимаешь, что ты от пчел больше? Ты больше что? Вот такой, что ли, говорит? Такой ты, блядь, Сережки, блядь. Ладно, шучу, Сережки хуй здоровенный, я сосал. Бля, я думал, он небольшой. Нет, ты че, он здоровый. Ты че, медведь огромный, блядь. От пчел еще можно убежать, от медведя нельзя, он знаешь, как быстро бегает. Ну еще выжить можно от пчел там. Да. Медведь это точно, скорее всего, растерзает. Хотя у Ди Каприо получалось. Это же Ди Каприо уже влог был, да? Ты считай вообще от них, ну ты даже не можешь контролировать, ты понимаешь, бежишь в любую сторону. А не фильм, блядь. Ты в любую сторону бежишь и не можешь убежать, понимаешь? Пчелы везде, они тебя атакуют просто. Да можешь. Ты их пиздишь, они все равно тебя кусают. Ты можешь скукожиться и к полу прижаться. Скукожиться, блядь. Ну по факту, а что? А как скукожиться, Арин? Натах. Вот так сгруппируйся просто и прижми. Было такое, что видишь пенис? И думаешь, блядь, какой уебский пенис, блядь. Да, такой да, морщинистый. Был. Ну, в жизни. Реально? Не, в жизни? Да. Нет. Типа вот, если на картинке, то было. Если через трусы у кого-то видела, типа просто говорила, ой, пиздец, ясно, какой маленький член. И все. Типа. Не обязательно маленький, то есть именно... Ой, пенис, дай попробовать. А как я могу только на картинках? Как я могу еще? На картинках, да, если... Там есть вот эти разные виды членов, то могу там поработать с этого. Виды членов. Ну а есть картинки, типа там вот такой. Вот такой. Срал в лесу когда-нибудь? Нет. В лесу нет. Нет? А, строго. Ну не, ну просто возможности, я не знаю. Не, я срал в лесу. Арин, к тебе вопрос. Я срал, наверное, везде, кроме леса, блядь. Арин. Хоть раз такой же вопрос, по сути. Срала вообще с нами, ну вот именно вот так, знаешь, вот как в лесу, на улице, вот так вот. Да. Красава. И чё, как? Нормально. А срак чем вытирал? Мне было, блядь, я этим... Бля, у меня история была, я говорю, тоже, блядь, в деревне бабушки иду, и все просто, я понимаю, либо сейчас трусы, либо, блядь, на улице. Знаешь, сажусь срать в канаву, блядь, сру, посрал, блядь, просто срываю листочек, нахуй, вытираю жопу, это крапива, блядь, была. Пиздец, да. Пиздец. Жопа так горела. Лопухом пользовался? Да темно. Не, лопухом нет. Я не так много срал, я раза два срал. Причем один раз в ботаническом саду я насрал. Не, лопухом, он же, смотрите, ребята, я же деревня. Лопухом пользоваться, это вообще никакого удовольствия. Надо подорожником. Подорожник, он гладкий. Подорожник, а если дыра зарастет, он же лечит. Тогда подожди. Было такое, что занимаешься сексом с девушкой, а она вот снимает одежду, и ты такой, фу, ну и типа, сиськи или фигуры, или жопа, или пизда. Расскажу. Ебать, а там девушек было, нахуй. Бля, ебать, он там перебирает, нахуй. Он на калькуляторе считает сейчас, вспоминает. Да, было. Бля, бедная тянка. Нормально. Было, да. Такое молчание. Не, я просто вспоминал. Дима, у тебя было, Дима? Флэшбэки такие с пёздами, блин. Да. А что именно? Расскажите, что, как так? Типа, на фотках одно или просто какое-то... Не, просто, знаешь, там, я не знаю. Не, ну просто ожидания не совпали с реальностью. Да. Жёстко. И из-за этого потом портили отношения? Да... На этой почве? Их и не было, и не возникало после. Ну, типа того, да. А это, слышь, Арин. Тот же самый вопрос, только про пенис. Ну, ебать, вот, против Тарьян просто поиграть короче. Не было. Такой, знаешь, типа, ну, то есть рассчитываешь, что ну, волына мощная, блядь. А там снимаешь, там пиздец, блядь. Нет? Ну... Один член я видела, и... И семь пробовала с закрытыми глазами. Не самый такой, типа, ну, такой он был какой-то не такой.
Но... Это не про Катю, мужики, бля, у Кати все еще балдежило. А... Вдалеке второй... или перед собой? Перед, ну, перед собой. А перед лбом второй... прям, ну. Нет, это нормально. Go ahead, be gone with it. Look at those.